Привет, с вами Гитлай. Это один из самых потных роликов на моем канале. Во-первых, вы видите название и да, это так или нет. Во-вторых, я его монтировал сам, и поэтому, ну пожалуйста, будь добр, поставь лайк. И обязательно подписывайся на канал, потому что да, я вот только сейчас вспомнил, что скоро Новый год. И предновогодний видос такого никто не делал. Такого никто не делал. Даже то, что в этом ролике такого, наверное, никто не делал. Но то, что вы увидите сейчас и то, что вы увидите потом, вам понравится. Приятного просмотра. Пока ищется игра, объясняю, что надо делать. У нас 4, не 5, чтобы 5 был рандом, чтобы было сложнее. Если вдруг мы понимаем, что МВП у меня не будет, то раунд надо слить. Просто мы играем без прайма. Непонятное звание. Я думаю, все нормально будет. Проверка на способности играть в CSGO. Пока что не очень. Ну, я не знаю, какое звание это дело. Это мог быть и глобал вполне. Да, я такое видел. Hello, everybody. Тут флешки уже на, но это не сервер. Один. Ну все, раунд надо проебать, пацаны. Видите, как это сложно? Может, надо было размяться? У меня тонкий прицел, это плохо. Красные ковры. Понимаете, если хоть раз кто-то получит МВП, все, задача не выполнена. Хочешь дигл? Не-не-не, спокойно. Да, это сложнее, чем... Ну, непонятно, какие звания, но... Сложнее, чем кажется, я тебе говорил, что это невозможно почти. Чему ты говоришь, что не получится? Чтобы ты вставил это видос, и все ржали, как он не прав. Ковры убил? Под медом, чел. А он с шорта пришел! Я не знаю. Говик. Хочешь, мы будем таскать тебе авик, чтобы... Ну, и перед... Так симпл надо сделать. Два. И еще чел. Опа. Ну все, в принципе, у меня МВП есть первое. Да! Снайпер, два. Ставим эту команду, и все будет хорошо. Смотрите. Да в смысле? Троих убил, можете выигрывать. Я видел 11 МВП, 10 видел, но больше, по-моему, ни разу. Это очень редкий случай, чтобы больше. Что уже говорить про 16 МВП. Палас убил. Двое Б. Б-бомба. Реально, а двое Б? Ковры убил. Ой, как же мне повезло. Форест. Господи. Форест убил его. Мне кажется, в любом случае мне бы МВП дали, даже если кто-то другой раздефузил. Ты издеваешься? Бешеный. Нельзя выигрывать. У нас просто оранжевый не... Ну, хотя... Ну, он начинающий игрок, все нормально, но типа... Блядь, ну, что он бегает? Еще яма вышла, еще один. О, двое мид! Ебать, ты дал... Не, я ж привык играть так, что, знаешь, у меня есть инфа. Ну, это как бы заложено не было. Да, ну... Авик убил. Я думаю, еще одного минимум я убью. Ласт где? Бля, это риск пиздец. Далее. Фу, бля. Ебать, интрига. А вдруг бы оно решило не дать? Два. Я убил двоих, надо еще одного 100% убить. Он ковры, наверное. Либо шорт, либо джангл. О, все, мне дали, все нормально. Просто тут же читеры могли быть, два мидл. Хотя, кому я говорю. Соберите мне инфу кто-нибудь. Ой, как повезло, господи. Чел двоих убил? Нет. Пожалуйста. Все нормально. А, челы ливнули и даже не ливнули скатки, а просто вышли. Может, они сейчас подрубят? Но они втроем, как бы есть это. И он пишет, что мы победим. Это... Он очень крутой, он мне нравится. Ну, в принципе, норм. Репортед. Почему два урода ревнули, а не один? Я не понимаю. Убил два. Тут стучит. Может, он АФК? 7 дней бана. 7 дней бана за анранкет, пойми. Так, 12 МВП. Я в ахуе. Повезло. Сука, он так охуенно вышел, кстати. 16 МВП. Сегодня, кстати, необычная реклама, даже рекомендация, и она тебе обязательно пригодится. Это сайт Listskins для моментальной покупки или продажи скинов. Я бы на этом и закончил, просто добавь страницу сразу в закладки, чем ты там пользуешься, Chrome, Opera. Но так как скоро Новый год, я покажу, как забрать отсюда 5 баксов. Просто заходишь через Steam, автоматически просят ввести трейд-ссылку «Сохранить». Валюта здесь, кстати, подходит для всех. Нажимаете бонус $5 Get Light. Если продашь на сотку $5, получишь бесплатно как раз хватит на подарочки. А я проверю, как быстро выведется этот ширп на мою карту. Да, ширп тоже можно продать. Обязательно проверяйте эти данные. Принять обмен. Сразу же подтверждается. Мне сказали, через 2 минуты придет, а оно реально пришло через 2 минуты. Это лучший сайт на планете. Но также здесь можно и купить скины дешевле, чем Steam. Все-таки Новый год, а скин это хороший подарок. Поэтому обязательно добавляй сайт в закладки, он обязательно пригодится. Пополнение любым удобным способом. Ну и успей использовать промокод. Ссылка вместе с ним в описании. Так, звания нет. А ну-ка. Запустилось. Боже мой. Эта катка будет со званиями. В той игре ливнули люди, потому что, видимо, ну, а, все равно ничего не значит игра, да? Поэтому можно ливнуть. Что будет в этой? Ты тварь.
У нас тут играет профессионал. Походу, люди реально будут стараться. Это пиз... Ладно. Так тут раскид прям нереальный. Два вышло. Бери раунд, блядь. Андер. Нижняя. Два убил. Слава богам. Стефан же не в курсе. Стефан просто должен играть. Не надо ему никак мешать вообще абсолютно. Он же адекватный чел. Хе-хе, проебываем. У нас оранжевый сдох, все нормально. Тени фраги забирают. Как я это сделаю? Что? Ну ладно. Вот так? Ну я хуй что сделаю. Вестсайд, тихо. Слава богам, как же повезло. Двоих всего лишь убил. Ничего убьет. Макс мидл. Это было так плохо, вы понимаете? Все, получилось. Ой, вот это реабилитация. 11, 1, 1. 1, 1, 1, 1. 27 разделить на 4, это... Сколько? 15. Да, 15. А 15 минус 1, 1, 1, 1, это 4, равно 11. Я не знаю, как это выиграть. Ну, ты посмотри, у тебя там чел стоит, а ты куда? Ай, ладно, убил. Все идет лучше, чем в предыдущей катке. Нихуя повезло. Ах ты, минус 3! Так обидно. Максим, он сидит как бот в яме. Убил его. А, он на миду? Убил. В смысле? Ты, Я думал уже это, орать на себя. Я вижу тебя и понимаю, что никого нет, а он под стенкой. Ты на карту не смотришь. У меня на карте она приближена как конченая. Пацаны, если вы играете с такой картой, отдалите ее. Зум делаем подальше. Вот. Так, один. У окна. Ой, ебать, сложно. Далее МВП, отлично. Не, это намного интереснее, когда никто не ливает. Ну, кстати, что они не пишут? Они же предрасположены к этому. Анубис, Альфреда, 6-6. Вижу, что один вышел. О, в миду. Убил его. Мид не убил, что? Конченая игра. Блять, ну ладно, ладно, это был ассист, все хорошо. Мне надо его убить по-любому, где он? У меня. Убил, все, все отлично. Ой, бля, на волоске. Бать! Очень плохо, пацаны, очень плохо. Он троих убил, он сейчас четверых убьет. Фу, бля. Хорошо, что мы ему даже не помешали. Сама судьба, само проведение на моей стороне. Ты видел? Где? На, я, я знаю, что есть чел. Я думаю, лонг вдруг. А он на Б у вас. Серьезно, на Б? Да. Так, 8 МВП, 8-4. При том, что игра вроде как серьезнее, да, все такие ответственные. С званиями. Один. Два. В смысле? Почему-то чел не умер, потому что М-ку пофиксили. Он бы умер. Да, сука. Может тебе дать Максим калаш? Ну, давай калаш. Я ему дроп даже дам. Сейчас он своим М4 ёбнет. Напали мы на суициде. Бля, опасно. Ну, убил. Ну, давай, разведай. Нарез положил. О, убил. Я думал, а так я поп... Я ж если приблизить, то я ж, ну, не попал. Это не читы. Ставь лайк, если читы хуйня. Пацаны, опасная ситуация, он убил одного. Не убивайте, зачем? Зачем же вы портите жизнь человека? На миду. Ой, нормально. Все, я убил троих. Фух, бат, была на тоненьком. Да он двоих убил, но да, хорошо, что... Хорошо, что игра не учитывает то, что у меня и так дохуя МВП, я охуевший, и поэтому можно дать другому. Ой, блядь, как же неприятно, наверное, Альфреда, что я так убил его. Блядь, ну Макс, Стефан, сори. Пацаны, осторожно, Стефан дал фраг. Если я сейчас не убиваю, Стефан убивает, это гг. Фак, сори. Да я-то должен сори, убить, но типа, ну это пацаны, ну алло. Он чуть не убил, там без головы был. Типа. Ой-ой-ой. Нихуя обмен информацией. Убил коробку. Системка, го ебаться. Я не знаю. А, у тебя тёлка на апке. А, реально? Самое главное написано Данил. Ой. Здравствуйте. Убил его. Это легче, чем я думал. 112 очков. Не, ну в пати, да. Соло это, ну, невозможно. Невозможно контролировать это все. Хоть на сильверах первых ты будешь играть, ты не сделаешь 16. Так почему они, ну, они не пишут, сам ты чёрт, как он на это отреагирует? Засел. Убил. Мы сейчас расслабились, не надо расслабляться. 50 на 6! Да никогда в жизни такого не было. Ну, допизделся. Чёрт, вышел. Да, он вышел. Так а чё ты? А, я так... Спрыгнул? Так я думал, он один остался. Ну ладно, 52 на 7. Господи, боже мой, откуда меня убили? Операция на грани провала.
Пожалуйста, очень опасно, да, вы понимаете? Дайте флешек. Один есть. Два есть. Возик вышел. Господи, лучше не рисковать, пацаны, лучше ради бога, господа. Подожди, не ты убил двоих, не, господа, да? Что? Я пожалуйста, не надо, все. это прикинь, на 15-м так проебаться, не надо рисковать. Фу, 56 на 9, 16 мп. О, кстати, футболка изменилась. Но если серьезно, настроение у меня, конечно, после всего не очень, но... И, пацаны, чтобы вы не думали, что это все легко, вот катка, 13 МВП, вот катка, ну здесь на 11-м сорвалось, и вот катка, всего лишь 9, на 6-м все пошло, иначе, потому что вот парень украл, поэтому да, это сложно. Ой, я синий это залог успеха, в тех 4 катках я был не синим, просто показываю, что такое свой цвет. Еще, их двое. Я убил, все хорошо? Либо, да. Убил? Ой. Не убивай. Подумай. Я вас дробовиком рашу. Убил? Ну это жестко, еще. Можете убивать, в принципе, мы выиграем. Он заплывет сейчас? Гимми бомб. Приз. Ебать, он лучший! I'm fighting for you, а у тебя один фраг, бомба. Надо, чтобы блядь, он убил. Бля, ты нахуй, ты заплывет. Take a cannon, kill him, please. Давайте кикни его. Не-не-не, все нормально. Блин, второй раунд, такая интрига. Мы проебали, я заруинил, походу. Да, мы проебали. Убей его, оранжевый. Хорош! Ебать! 1.5 секунды оставалось, и тебе дали МВП. Как же это было опасно. Так, я иду. Окно минус. Сейчас еще один будет. Да ну он прыгнул и убил меня. Дай, приду. Это наш левый тип. А, да? О, иди за пленте, Давай. А, у джангли. А, да ебать! Да тебе пла... Все хорошо, все под контроль. Я у Никиты спрашиваю, что он мне плент не дает, хотя он говорит, иди за пленте, и бегает с бомбой вокруг меня. Я жду, что ты мне ее дашь. Макс тут сзади. В смысле? Ой-ой-ой, я был на грани провала снова. Высадь, ты убил уже двоих, осторожно. Просто бомба-то не взорвалась. То, что я поставил, типа очки я заработал, и я не знаю, как бы оно сейчас было. Блять, вы че, сука? Мы с тобой не... Убил Зик. Я на нервах. Пошли бы. Все, повезло. Такие даблпики Кона. КТ? Сука, поздно. Не-не-не, сейчас все хорошо будет, я уверен. Пока. Потому что есть синий. Ну, конечно. Так они раунд выиграли. Убил окно. Убил его. Я Зик убью, тихо. Убил Зик. Может быть, ковры. Я так и знал. Три на... Два тапа выйти дать. Какие два тапа? Один. Два. Я через мид сыграю, короче. Господи. Все. Прям очень неплохо идет. А, ну иди ты в нах. Они мгновенно перетягиваются. Вы, в принципе, можете сейчас все пойти под Б. И кто-то один со мной на А еще выйдет. Перетянутся мгновенно. Ну он меня убил, бля. Я 13 хп. Короче, это дело принципа. Я должен выиграть этот раунд. Шорт минус 70. Кон убил. Если он КТ, да, сити. Ну, еще не в голову, почему-то. Один раз у меня кто-то случайно плюнет, я умру, понимаешь? Вот в чем проблема. А учитывая предыдущий опыт, предыдущие катки, которые люди не видели. Ну вот, посмотрите. Ты понял! Зизик, Зига. Убил Зик. Высадь, не убивай, ты двоих убил. Убил его. Охуеть. И как такая уродская стрельба могла в голову попасть? А, 4 попадут. Ну, 4, ну понимаешь. Ковры убил. Там никого нет вообще. Бля, я не знаю, двоих убил, это опасно. И он одного убил, бля. А если... Выгнать игрока, мне похуй, кикаем. Кикайте, блядь. Давайте. Кик, блядь! Не-не-не, это судьба сейчас решалась, понимаешь? Нельзя было его кикать, это было бы несправедливо. Похуй меня на ту справедливость, блядь, я записать хочу нам. Один. Все, аккуратно. Два. И дайте раздефить, умоляю, потому что я уже на нервах. Предыдущий раунд очень сильно потрепал меня. Не, даже если бы он убил, то 50-50 было бы. Не, он же, скорее всего, ему бы дали. Да, потому что завершающий фраг. Я бегу в спину. Я красный, но бомба, тихо. Убил? Где он? Вандер. Отлично. 11-6. Очень много шансов совершить ошибку, но не надо. Бэксайд. Убил бэксайд. Муха 50. Убил муху. Дефай, быстрей. О,
Ебать, вот это сработало. Выходи на стрельбу, ебаши. Я могу вне записи вот так вот делать, и, конечно же, я буду раздёбывать. Но запись — это ответственность, понимаешь? Страшно. Вышел. Ну, видишь, он, блин. Навик. Коври, коври, Максим, убивай. Убил? Не, что? Ой, повезло. Еще... Главное, тогда я попал и не убил. А сейчас я хуй знает, как попал, но убил. Ты один фраг дал? Надо дал, Макс, да? 2-1-1. Ой, повезло, господи, как повезло, что он... Как? Просто в тех катках меня убивали, я не знаю, чел стоит спиной, стреляет вверх, разбросом убивает меня на КТ, при том, что он на Дасте. Здесь как я выжил? 2 кухни, 1 красный. Тихо. А вас непонятно. Все, 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 хорошо. Все. Так, МВП. Яму убил. Ковры красный. Яму убил еще. Ну, примерно так меня убивали. Куда нас чел ливнул? Давайте успеем выиграть, чтобы его не забанило. 2 раунда. Один. Ебать, опять так! Ну ладно, второй был нормальный, но первый, как меня убили, я честно не понимаю. Тетрис убил. Ебаш, Максим, ебаш. Убил Тетрис. Убил яму. Так, 102 на 11. Блять, прикинь, если мы это не выиграем. Убил сайт. Так, ты же больше не убивай никого по сайту. Да, да. Ты это риск. Сейчас, потому что я один фраг всего лишь ждал. Если я убью второго, это 50 на 50. Не иди, вообще не топай на Б, чтобы он спокойно заплентил. Пожалуйста. Дисконнект прописываем. Если... Дисконнект. Нет, да? Сайда кикнуть. Сайт, давай кикаем. Не, дисконнект пропиши. Он заплентил. Он заплентил, блядь. Высайт, зачем? 15 МВП. Это был провал просто. Понял. Убил кон. Красный кар. Минус 50. На каре был, да? Он тут стоял. Я первый раз в жизни такое вижу. Так, пожалуйста, Господь Бог, помоги нам. Ой, блядь. Боже. Это 150 очков. Это было очень сложно. Да, в принципе, этот видос подходит под бан патрулем, но я решил это сделать, ну, в качестве челленджа, потому что это, сука, действительно было сложно. Даже вчетвером в пати, при том, что не получалось. Но будь добр, поставь лайк за старание. Это стоило, это многого нам стоило. Ну и спасибо за просмотр. Обязательно подписывайся на канал, предновогодний видос. Ты его будешь пересматривать много раз. Их будет даже 2. А за этот вибилайк и не забудь ли скинс, да, добавить в закладочке. Он тебе пригодится. А с вами был Гетлайт. До скорых встреч.